Лиза сказала, сделай съемку из автобуса. Я это делаю. Хочу извернуться, чтобы... А вот это видели, да? Офигеть. Все. Офигеть. Ладно, сейчас отъедем, тогда я уезжаю. Мы отъезжаем. Thank you.
Проблема только в том, что здесь все солнцем освещается. Поэтому так все четко видно. Стройки. Солнцем залито. Поехали. Будет ли продолжаться она так освещаться?
продаю. И не покупать, потом перепродаю. Возможно, есть какая-то цель, а не причина. Скорее всего, причина. Серьезно, я. Что, будем гиватомары? Нет. Ай, он далеке. Думал, будет с куполом. Солнце там центр Рэнли, а сейчас называется Эдик. И медицинский центр. Чего-то коротко называют больница, но он все-таки Меркас Рафаи, а не Бет-Холим. На входе именно так написано. Кастрофуи — это медицинский центр. Да. Мостик пешеходный. Короче, написано медицинский центр и больница. Два в одном. Я теперь понял. Больница — это где лечат, ну, стационарно. А медицинский центр — это всевозможные услуги. Амбулаторно оказывают. Разобрался. Объединяют эту остановку как можно короче и яснее. И полиция как у вас красиво воспринимается. Сейчас будем проезжать одну из башен водонапорных. Она будет правительской вдалеке, но она видна. Цилиндрическая такая. Вон она. Слева. Архитектурное такое решение интересное. Поднимаемся в два года. Ух, а здесь сколько на камнях интересных изображений. Потому что все пропускают эти установки без надобности. Это
внизу. Еще и солнце, это все очень хорошо освещает. Далеко кажется он маленький, а там только 20 квадратных километров занимает он. А вся площадь намного больше, где вода надо. Ну, новая площадь, где вода надо занимает всего-навсего. Может быть, пятую или шестую часть. Дома.
Ба-да-да-ба. Все, приехал я. Осталось до дома дойти. Целый день заполненный. Вилла вовсю строится. Алиса просила кое-что показать. Это переход? Да, переход. Классный переход. Попробуй докажи, что это что-то другое. Переход, переход. Вон отсюда тоже видно, что переход. На камере видно, что переход. Вот. Исторические моменты. Ой. Историческая мусорка. Камешек исторический, тонны три весит, размером с корову, все историческое, водохранилище историческое, все историческое. Кисик, ты осторожнее будь, а, на дороге. Этот кисик уже третий год живет, слава богу. Он только кое-как себя... Осторожно, осторожно. Ну, какими-то особыми возможностями пользуется, чтобы чувствовать окружение, потому что у него зрения вообще нет. Я еще помню его маленьким котенком, подкармливал. А сейчас он уже освоился. Ему кошки помогают. То те, то те. Ой. Какой зайчик бегает. Классный. Вообще даже так можно увидеть наши... Одна прилетающая тарелка классная. Ну-ка, ну-ка. Вот она, да. Вот она. Ну все. Всем бай-бай. До следующих видео. Бай-бай.